Всем большой привет! Я рада, что вы со мной. Сегодня хочу поделиться своими небольшими покупками из магазина Fix Price. Я забежала в магазин, увидела огромное количество новинок. Давайте посмотрим, что я выбрала. Начнем с такого большого и объемного. Это безалкогольный напиток Глинтвейн с соком граната и апельсина. Он стоял в отделе, где соки, минеральная вода и тому подобное. Цена 69 рублей, изготовитель Москва. По первому впечатлению он мне напомнил сначала гранатовый сок. Я вообще думала, что это гранатовый сок. Но присмотрелась, написано Глинтвейн. Что-то новенькое, интересное, попробуем. Потом обязательно под видео подпишу, как он вкусный, либо невкусный, понравился или нет. Что касается сока, я увидела компанию Добрый, новинка. Яблоко-лимон с витаминами, иммунокомплекс, без консервантов. Здесь стандартный объем 950 мл, цена была 75 рублей. Мы уже его попробовали, открыли, попили. Довольно вкусный сок, немного кисленький, такой чувствуется яблочко и лимон. В общем, нормальный, пить можно. Также из такого большого и стеклянного за 79 рублей. Это, девочки, моя уже повторная покупка. Я купила томаты маринованные на уксусной кислоте. Компания Домат. Маринованные, стерилизованные. Изготовитель у нас Белгородская область. Очень хороший состав. По вкусу они мне нравятся. Вот такие вот помидорчики симпатичные. Они не маленькие, не большие, средние. Вот такие нормальные помидоры. По вкусу вкусный, и сам рассол тоже такой не горький, не кислый, хороший, цена нормальная. В общем, беру не первый раз, иногда вот нужно, чтобы такие вещи были. И рядом с помидорами стояли огурчики, маринованные, корнишоны. Вот огурчики изумительные, смотрите, какие небольшие, такие хрустящие, очень вкусные. Прям вот очень понравились огурчики, тоже в качестве закуски к чему-либо, к какому-либо гарниру. Тоже изготовитель Белгородская область. 250 грамм массы самих огурчиков. И цена была 79 рублей. Тоже взяла. Что касается продуктов питания, я повторно беру свои любимые хлебцы хрустящие к завтраку, без дрожжей, без сахара, без жира, 150 грамм. Этой упаковки мне хватает надолго. Я могу и не только к завтраку их кушать, просто если захочется что-то, знаете, с чаем, с кофе перекусить, то могу положить листовой салат, кусочек сыра, помидор, и вот уже будет и вкусно, и полезно. А что касается цены, 24 рубля 70 копеек они стоят. Также я увидела, появился новый вид кофе. Вот такой кофе Today. Молотый кофе в растворимом. И вот такой эспрессо. Два вида кофе появилось в наших Fix Price. Не во всех. Я была в двух магазинах и в самом дальнем, в другом районе города. Я увидела этот кофе. Там еще, знаете, как сделали отдел сбоку. И вот выложили все кофе, которое есть в магазине. Там, например, Nescafe у них есть, еще какое-то. Я вот взглядом зацепилась, думаю, что-то новенькое. Цена была... Так, где-то я подписала цену, вот уже не помню. А, цена была 89 рублей каждой пачки. Я решила взять. С такой торговой маркой я еще не знакома. Что они нам пишут? Натуральный сублимированный растворимый кофе, высшее качество. Изготовитель у нас Москва. Объем 75 грамм. Такая пачка кажется большая. Ну, на самом деле 75 грамм. Вот решила взять, попробовать. Возможно, если понравится, то буду периодически брать. Что касается еды, я купила еще вот такой десерт. Губка Боб квадратные штаны. Десерт с подарком из всеми известного мультика. Здесь у нас небольшой объем 20 грамм. Игрушка внутри, небольшой десерт. 79 рублей. Ну, в общем, увидела, решила взять для дочки. Себе я купила Mentos Pure White. Без сахара, нежная мята. Очень его люблю. Естественная белизна, жевательная резинка. Здесь их очень-очень много, этих резинок. Получается максимально выгодно. Поэтому вот брошу в сумочку. Я люблю жевательную резинку. Освежить дыхание. Так, знаете, когда хочется чего-то пожевать, то у меня, как правило, это бывает жевательная резинка. В общем, увидела, попалась на глаза, где касса, решила взять.
Еще из продуктов взяла себе шоколадку. Я на самом деле 5 штук взяла их про запас. Это маршмеллоу с соленой карамелью в молочно-бельгийском шоколаде. Распробовала я эти шоколадки, здесь 30 грамм. Очень вкусная шоколадка. Действительно, у нее прослойка маршмеллоу, сверху она в молочном бельгийском шоколаде, и внутри еще такая вот соленая карамель. В общем, очень вкусно получается. И ни много, и ни мало. И вот так, знаете, чтобы перекусить, с кофе, с чаем попить, когда хочется чего-нибудь в меру сладкое. В общем, классное. 33 рубля она стоила. Вот я набрала себе 5 штук. Про запас. Мне теперь хватит надолго. Также дочке купила воздушные шарики, 79 рублей, 5 шариков, понравились, что они такие яркие, цветные, они очень прочные, не рвутся, когда надуваешь, можно некоторое время с ними поиграть. В общем, классные шарики, решили взять, в общем, нам нужны они. Также дочке купила набор резинок. Здесь у нас 6 резинок. Это резинки обычные для домашнего использования. Я и сама буду ими пользоваться. И они очень мягкие. Здесь нету никаких декоративных элементов. Они не будут волосы как-то травмировать. Обычные такие вот среднестатистические резинки. Просто я знаю, что они скоро потеряются, куда-нибудь денутся, перекочуют в доме куколкам. Поэтому, ну вот, не жалко. 59 рублей абсолютно... Для них не жалко. И сейчас, девочки, я вам покажу абсолютные новинки. Я когда зашла в магазин, то продавец раскладывала их на стенд. И я так думаю, хоп, сразу перекочевали эти новинки ко мне. В отделе с косметикой я увидела вот такую красоту. Мегафрукты, аромагель для душа, смягчение и увлажнение. Это у нас гель для душа в очень красивом таком исполнении. Я вам не так давно показывала в покупках января, что я от Фитокосметик купила в таком большом объеме с помпой-дозатором точно такие же гели с вот этими гранулами цветными. И вот сейчас, видите, многие компании стали тоже такого плана выпускать. А кто у нас изготовитель? Так, прямо сразу не найдешь. Изготовитель у нас Smart Cosmetic Москва. Очень красивая упаковка, здесь 245 миллилитров. Я вот такой взяла, их было очень-очень много, и я еще не удержалась и взяла вот такой зеленый. Посмотрите, какой красивый. Зеленый у нас сладкое киви и зеленое яблоко, а розовый душистая малина, спелый личи. Я, честно говоря, схватила их, девочки, я даже не потестировала ароматы. Цена у них была 79 рублей, очень бюджетная. Я просто схватила, поставила себе в корзинку и пошла. Вы знаете, ароматы вот зеленый мне нравится. Он такой, не сказать, что кисловатый, такой сладкий. Сладкая такая, немного зеленой ноткой отдушка, легкая косметическая. Не сказать, что чем-то конкретным пахнет, но такой приятный. Ну-ка, сейчас попробуем душистую малину. Да тоже ничем внятным не пахнет, просто легкая отдушка. Если не понравится как гель для душа, может быть в качестве жидкого мыла как-то. Ну, в общем, я решила попробовать. Там еще какие-то были, их, по-моему, 4 вида было. Но я уже 2 схватила и побежала. Также абсолютная новинка от компании Florissan – это освежающий мусс гиалуроновый для умывания. Очищает, увлажняет, улучшает текстуру кожи. В общем, такой он красивый. Здесь 150 миллилитров. Формула 761B. Довольно свежий, первая, 23-я. Цена у него была 99 рублей. И их, кстати, в коллекции, в ассортименте было тоже много. По-моему, 3 вида. Я помню, что точно стоял еще с лимоном. Я его вертела в руках, думала, какой взять. Но вот решила взять гиалуроновый. С лимоном был такой желтенький. И был какой-то еще. Все они стоили 99 рублей. Очень хорошая цена. Мне он понравился, заинтересовал. Упаковка симпатичная, такой прозрачный. В общем, я решила его взять. Далее вам покажу маски. Новые маски появились. Очень даже интересные. Вот такие маски. Это у нас черная пузырьковая маска Detox с экстрактами зеленого кофе, чайного дерева и лаванды. И дыхание кожи с натуральным бетаином, маслом макадамии и сладкого миндаля. Вот такие маски. Я люблю пузырьковые очищающие черные маски. Люблю, как они воздействуют на мою кожу, как они очищают. Вот эти вот пузырятся, такой легкий массаж делают.
Так, кто у нас производитель? Смотрите, маски прям свежие-свежие, конец января этого года. Изготовитель у нас Z-Technology, Московская область. Цена у них была очень бюджетная, 55 рублей. Вскрыть упаковку, достать маску, наложить на лицо, оставить на 10-15 минут и затем смыть водой. 55 рублей, хорошая цена. Я думаю, что только в двух исполнениях было. Может быть, еще в других магазинах больше ассортимент. Но я вот видела во всех магазинах только такие вот черные пузырьковые маски. 55 рублей. В общем-то, получается хорошая цена. Вот такие небольшие у меня были покупки из магазина Fix Price. Всем спасибо за внимание. Желаю вам отличного настроения и до встречи в новых видео. Пока-пока.